Я вас приветствую, дорогие мои товарищи, с вами Дмитрич на AdmiOne Games, и у нас с нуля до короля на PS4. И сегодня, скорее всего, будет заключительная часть третьего акта судного дня. Я постараюсь в этот ролик впихнуть оставшиеся задания и, конечно же, непосредственно в финалку. Короче, у нас там осталось, по-моему, ханжали украсть и... сбить какие-то там маячки с этого, с Чилиад. Нас четверо, я набрал новую команду, только один человек остался прежний, двое другие новые. В общем-то, буду прятаться в Куруме героически, и никто никогда не узнает, как я выгляжу. Нам сюда надо, сейчас мы туда влетим. Там жестко довольно-таки будет, да? Давай теперь объедем немножечко. Стреляйте, стреляйте, ребят. Мы же можем отстреливаться. Чё нам, кабанам? Так, может быть, он там раздолбит пока все это дело. Пока мы тут... Нам здесь надо раздолбать все. Так, отлично. Давай, добивай все это говно. Потом мы продолжим. Ох. Так, вроде мы захватили то, что надо. Поехали теперь доставлять это все. Да, давно я на танке, конечно, здесь не катался. Хотя с геймпадом я вообще, по-моему, толком на них не катался. Один раз было дело, когда мы там что-то проходили. Неудобно, ребят, ужасно неудобно. В общем-то, ребята, я вряд ли смогу нормально стрелять здесь. Поэтому давайте уж как-нибудь вы сами. Так, а почему у меня метки нету нормальной? Так, погнали. Нифига, там танк еще. А танк-то откуда? Что-то я не помню, чтобы на ПК танки были еще, помимо всего остального. Я буду, конечно, пытаться что-то делать, но... Но не это. С геймпадом, ребята. Ну, стрельба с геймпадом на ходу на танке, это вообще что-то странное какая-то штука. Так, ну ладно, блин. Не, ну вперед я, может, как-нибудь еще стрельну. Ну, назад. Ладно, сосредоточимся на каком-то попадании. Хоть на каком-то. Ох, не, я не знаю, как люди играют вообще с геймпада, как они стреляют из танка. Ну, это неудобно, ужасно. Надо было мне, наверное, не за это, не за руль садиться, а так. Быстрее, а чё торопиться-то? Еще время до хрена. Еще 11 минут, блин. Чё, мы километр за 11 минут не проедем? Опа. Нормально приехали, как надо, да? Все, подготовительное задание брали. На золото. Кто золото, мэн? Ох, ребятки, ох, ребятки. Идем мы на задание, где надо на Валатаре на огромном летать и сбивать вот всякую хрень. Не знаю, справимся, нет. Я, кстати, не показывал вам задание, где надо было истребитель сбивать, потому что решил, что оно никому не надо. Там буквально мы... Минут 10, наверное, и то так, не запариваясь особо. Я знаю, ребята, можно было бы вообще все это дело растягивать на целую кучу видосов, но я не вижу в этом смысла. Конечно, любой ютубер бы, наверное, сделал бы так, чтобы получить вообще в СНДК в этом не 16 видосов, а видосов 30. Ну, я имею в виду до этого этапа. Но, ребят, не буду я такой херней заниматься, не буду специально растягивать количество видео. Давайте-ка, наверное, пройдем все компактно и нормально. То есть получится у нас там 20 видосов, пускай будет 20, получится 30, будет 30. Не будем специально искусственно себе клепать кучу видео, да? Лучше делать все компактно, с монтажиком и прочими радостями. Чувак, надеюсь, ты хорошо летаешь. Потому что вся надежда на тебя. Я-то точно не смогу ничего нормально здесь сделать. Это уж факт. Какая же бандура, это же охренеть и не встать. О, фига себе. Даже Валатеры умудрились попортить еще не до взлета. Тяжело будет что-то здесь сбивать. Особенно вот таким вот макаром. Ну как нацелиться-то нормально? Пытаюсь что-то делать, но, блин, ну...
Ну не могу я с таким управлением что-то делать, ну честное слово. Не, он что-то пытается сделать, но он пока не очень это у него получается хорошо. Так, давай, 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 давай. Блин, не, давай, 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 давай. О, есть, я одну сбил. Круто. Так, ну у нас тут какие-то проблемы, я смотрю. Есть странного характера. Во. Там вроде парнишка что-то делает, это не может не радовать. Короче, тут нужны четкие попадания, чтобы сбивать эту хрень. Тут надо очень четко попасть. Ай, ни хрена. Еще вертолеты эти, нифига там падает, бомбежка. Не, чувак молодец на самом деле. Потому что так попадать это тоже надо. Это мне повезло, то, что я там рядом был, то, что у меня все по ходу дела было. Давай, 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 давай. Сука. Не, он их и сам собьет на самом деле. Короче, все вокруг да около хожу и никак попасть не могу у них. Опа, есть, я сбил еще одну. Все, последнее осталось. Короче, я две штуки сбил всего. Давай, давай, последняя, последняя хрень вот эта вот. Ох, наконец-то. Теперь главное нормально сесть. Вот он заходит сейчас на полосу, чтобы была возможность что-то делать, маневрировать как-то. Тачку мою не заденет, надеюсь. Так, ну все, блин. Все, остается у нас финалочка только. Мне это не может не радовать. Финалочка это классно. Так, усики такие. Усики, бля. Пропуск в трусики, да? Молодец, чувак, затащил. По-царски. Респект. Вот теперь нам нужна просто охренительная команда на финал. Просто офигенная. Подготовительное задание пройденное. Ну ничего. О, смотрите. Леша Платина у нас. А, ну он сбивал этих врагов. Врагов, да? Опа, 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 па. В общем-то, идем мы на финалку всего судного дня. Самая важная финалка в этом вообще всем деле. Ох, я взял ребят вроде хорошего уровня, не знаю, что из этого выйдет, но ну, мне показалось, что люди должны быть грамотные, потому что на себя я рассчитывать не могу в этом ограблении. Я не затащу. Точно. На компе затащил бы, но никак не затащу я на этой гребаной ПС-ке. Поэтому, ребята, я не знаю, как оно все это будет. Давайте пробовать. Давайте я сяду к кому-нибудь. Вот к Богдану. Привет с того ограбления называется. Так, так, так. Что тут за проблема? Что за проблема-то? В общем-то, ребят, готовьтесь. Я уверен, что мы никак с первого раза это не пройдем, мне почему-то кажется. Но надеюсь, что пройдем хотя бы с 10-го. Потому что, я вам честно признаюсь, это вторая попытка. Вчера я пробовал проходить с другими ребятами, и нам не удалось. Мы очень много раз фейлили, потом у меня закончилось время, и я вынужден был уйти. Потом я пытался набрать через свой канал YouTube, через сообщество. И в итоге я мало кого нашел из этих ребят, нашел других. Ох, занимаем мы наш танк, который планировали. Все-таки я решил не ехать на Б-рейджа, потому что, ну, не очень уверен. Плюс там же джиггернаут, а их лучше колбасить, когда у тебя все-таки танк. Это намного безопаснее. Так, ну что ж, еще 3 километра и поедем. Так, если что, со мной вот эти вот ребята. Гудбой, Макей Дима и Богдан. Все, подъезжаем к тоннельчику. Блин, стрёмно как-то. Не знаю, как я буду там играть. Вот и проникли мы в эту пучину зла. В эту анальную кишку. Так, главное мне стрелять поосторожнее. Ну, конечно, мы сами себя не должны раздолбать все-таки. А ну как-то... У нас должно быть все-таки какой-то friendly fire. Ладно. Посмотрим. Ой. Ой. А мне, наверное, нет смысла вообще расстреливать, да? То есть он с пушки куда лучше, чем я буду попадать. Я попробую еще пару раз. Нормально. Давай, давай. Полетела, дорогая. Ой, жестко. 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 Отталкивает это говно.
Да, рано я радуюсь чую. Ну ладно, что ж теперь. Самые, блин, жопные, это джиггернауты эти. Вот это вот да. А вот остальное, оно ж такое себе. Непроблемное. Джиггернаут, это да. Ой. Так. Блин, а чё он не достреливает? О, мочи его, мочи. Так, ну все, тут можно, наверное, вылазить уже. Где мой пулемет? Хорошо, хоть такой пулемет есть, а то, блин. Так, тихо, 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 тихо. Чувак, ты не рано туда побежал-то? Там вроде как опасно еще. Хотя... Так, ну они там где-то враги. Вон там есть еще слева кто-то, да? Вали их, вали. Ой. Нахер. Главное не высовываться слишком сильно. А то это все чревато проблемами. Так, тут вроде все. Ребята вроде осторожничают, это классно. Так. Там еще кто-то есть, да? Сейчас еще кто-то выбежит. Вали его. Вали. Так. Я вообще высовываться не буду. Чувак, там джиггернаут где-то был, я помню. Если мне память не изменяет. А, он, видите, он осторожно. Он там это, заходит, выходит, заходит, выходит. Вот это правильно. Потому что здесь, блин, сфейлить как нихер делать. На самом деле. Так, он пробежал, что ли, уже туда, да? Блин, гудбой, молодец парень. Затащил по-царски. Так, ну это еще не все, конечно же. Ай! Ты чё делаешь, блин? Нифига, я его и не заметил вдалеке там. Так. Угу. С моим прицелом лучше не идти никуда. Так, кто куда? Кто налево, кто направо? А чё вы все здесь пошли? А направо? Я один направо не смогу. Может, кто-нибудь поможет мне? Так, есть кто? Блин, там кто-то бежит, по-моему, да? О, хоть со мной кто-то пошел. А чё вы все со мной пошли? Блин, вали эту хрень эту. Что там надо взорвать-то? Так, подожди. Взрывайте, взрывайте. А то я сейчас знаю себя. Я знаю, что бывает, когда ты начинаешь это херней страдать здесь. Так, подожди. А может нам разделиться как-то? Двое туда, двое сюда. Или мы все должны здесь идти? Нам же, по идее, как-то надо. Давай я побегу вот с гудбоем, а вы бегите туда. Ну, как-то нам же надо разделяться-то, наверное. Чё же мы? Тут же есть тоже проблемы. И надо их решать по мере поступления. Там Клиффи орёт, я слышу что-то. Мне кажется. Клиффорд, Клиффорд. Побежали. У меня ничего не прицеливается. А, он где-то там. Давай я, может, это спрячусь как-то. Ты маленький девиант. Ой. Там с другой стороны идет кто-то. Вали его. Так, хорошо. Надо за жизнью следить. А то окажется, блин, Димон самым слабым звеном здесь. Так, вон там еще кто-то заспавнился, я смотрю, сзади. Блин, управление это слабое звено в моей игре на консоли. Я ничего против консоли не имею, но мне тяжеловато играть в это. Особенно вот в такие вот задания. Ай, ай-я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 й. Я бегу-бегу-бегу куда-нибудь. Там сзади кто-то вылез. То есть ребята там пробежали, и там постоянно спавнится, что ли, кто-то? Ну это же не очень прикольно для нас. Сейчас бы до чекпоинта бы до первого добраться, вот было бы счастье нам. Так. Тут нет проблем никаких. Там кто-то есть впереди. И ящик еще один есть. Я надеюсь, они джаггеров-то повалили хотя бы. Так. Да-да-да-да. Там есть люди. О, уничтожил ящик. Отлично. Слушайте, сейчас мы быстрее идем, чем тогда. Чем вчера с другой командой. То есть эти ребята помощнее будут, да? Не в обиду тем, кто вчера со мной пытался пройти. Так-так-так-так-так. Ага. Там джаггеров не будет. По-моему, там джаггеры же где-то. Я уж не помню, если честно, где они там, эти джаггеры были.
Никак не могу вспомнить. Чувак, осторожнее, там же гернаута. Даже два. Блин, молодцы, ребята, честное слово, молодцы. Давай чекпоинт хотя бы. Я не знаю, что будет дальше. Дальше самая жесть. Но чекпоинт надо взять. Вот этот, который здесь будет. Это очень важно. Ох, есть, до чекпоинта дошли с первого раза. Блин, мы вчера столько фейлили здесь. Хорошие ребята, я на них очень рассчитываю. Спасибо вам за помощь, ребят. Наедал он его. Лестер наедал Клиффорда. Так, ребята. Нахер. Вот тут самая жесткая тема. То есть здесь вот можно фейлить и фейлить. Тут надо, в общем-то, пробегать на второй этаж и бежать сразу к первому взлому. Это единственное, что имеет смысл здесь сделать сразу. Так, ну я думаю, надо бежать уже как-то стараться. Хотя бы чуть-чуть. Так, давай. Сюда, а? Я не знаю, кто из них ломать будет, я точно не буду. Из меня взломщик. Так, тут сейчас пойдет кто-то. Блять. Там еще кто-то есть наверху. Так, надо добежать до первого этого, да? Доберитесь до первого сервера. Так, давай. Тут главное бежать сразу, наверное. Потому что врагов до хрена. Откровенно, врагов куча. Блин, ну... Ну не с геймпадом же всем этим заниматься. Ну это же... Ай. Сюда, да? Прячемся. Вот тут надо спрятаться. Блин, да не то я жму. Блин, вот управление, это явно не моя сильная сторона. Вот, тут проще тем, что здесь есть прицеливание. То есть здесь ты можешь просто нацелиться куда надо, и все. Так, вот. Не, или не нацелиться. Ну, тут, видите, иногда это, как, иногда не получается нацеливаться. Так, давай, чувак. Я верю в вас, у нас время, на самом деле, до хрена еще. То есть мы вполне можем здесь затащить. Даже время еще целая куча. Не знаю, как первая попытка, не первая. Я не вижу ни хрена, где они-то. Ну, уже подбил. Не, тактика правильная. Ребята знают, что делают. Главное, чтобы ломалось еще быстро. Хм. О, первый уровень прошли уже, ни хрена. Как стоять? Где они там? Вали их, вали. Все, бежим дальше. Бежим. Так. Тут надо сразу бежать. Тут здесь тормозить вообще нет смысла никакого. Побежали. Надеюсь, не убьют. Ай, я прокачан еще плохо. Беги. Гудбой, давай, тащи. Тащи, красавчик. Так, главное, чтобы ребята еще проскочили сюда. Пока идем нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Постучу по столу, чтобы не сглазить. Прут. И прут в нашу сторону. Есть. Я еще в кого-то попадать умудряюсь. Надо перезарядиться. Патронов много еще. Хватит на все. Давай, падай, тварь. И время много еще. Бля, мне кажется, или на ПС-ке время как-то это... идет быстрее. Ну, то есть, больше его, чем надо. Так. Главное, нигде не застрять. Это самое важное. Потому что я здесь застреваю очень часто. На самом деле. О, есть. Остался еще один. Вот тут надо сейчас будет как-то это все... Да что ты? Тут отбиться надо и пробежать. Быстро. Короче, надо бежать. Я буду бежать. Тут стоять вообще никакого толка нету. Блин. А быстрей. Фу, блядь. Да куда ты побежал? Фу. Вали их всех нахер. Вали. Да ниже-то куда ты так высоко нацеливаешься? Он не видит, что ли, или это пулемет такой? Здесь что, еще учитывается и отдача? Ну это даже хорошо, потому что нацеливается в корпус, а стреляет в голову, получается. Что-то я их никак не убью никого. О, отлично. О! Это не может не радовать. Он еще бежит, кренделек.
Все, отстреливаемся, потом добиваем их, и все будет хорошо. Перезарядочка. А, ну правильно, у меня же здесь 100 патронов в этой обойме. А в той 200 в тяжелом пулемете. О, отлично, все, ребята, блин, у меня прям вера появилась в вас. Вы молодцы, ребята. Сейчас добьем еще двух человек, и все, считай, самая сложная часть пройдена. И чекпоинт будет у нас. Сейчас вот этого главное добить последнего, чтобы у нас чекпоинт был. Так, где он там, внизу, что ли, где-то? А, все, надо наверх бежать, да? Так, где тут наверх-то лестница? Вот она. Отлично, ребята, вы просто красавцы. Так, стрелять на что? Огонь на R2, хорошо. 3, 2, 1, бам! Я свою дэшку задолбал. Задолбал, сказал, как будто. Ай, ладно, хорошо. Цешка слишком далеко, бэшка поближе. Ну ладно, попробуем. Ох, как хорошо, неужели мы это все с первого раза пройдем? Отлично, теперь надо спуститься вниз. Вот тут есть спуск как раз. Надеюсь, до самого низа он будет. И все. И остается нам последнюю часть пройти. Вот туда нам надо, да? Хорошо, погнали. Блин, может подхилиться до кучи. Так, 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 тихо, тихо. Ты не лагай мне, блин. Еще не хватало, чтобы у меня игра сейчас слетела. Так, погнали, погнали. У нас один еще не добрался до нас. Они как кувыркаются, как спецназовцы гребаные, да? Кувыркаются прям. Офигеть как. Так, вот что он там стоит, этот лысый-то? Из Бразерс. Давайте, ребят, я даже пытаться не буду что-то делать. Ну как, буду, конечно, но мои потуги будут такими себе. Ну, не очень классными. Так, давай. Классный центр здесь все-таки. Так, 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 так. Нифига он там. Ох, есть, я хоть кого-то убил, бля. Хоть кого-то я здесь убил. Все-таки от команды очень многое зависит, ребят. Когда команда топовая, тут все проходится просто без проблем с первого раза. Все-таки команда влияет много на что. Это уж факт. А вот что мешало его убить, пока он здесь? Вот просто сейчас расстрелять его из пистолета, и все. Вот что мешало? Ничего же не мешало. Расхреначили бы, и все. Ну, реально, ребята, можно было. Так, теперь надо с управлением решить вопрос. Я на этой фигне еще не летал на геймпаде. Ну, как на вертолете, наверное, да? Попробуем. Так, ну давай, давай. Так, сложим. Так, а стрелять на что? А, на X. Я понял. Я понял. Так, удерживайте, стреляйте, смена оружия, выстрелите, L1, L2, L3. А, понятно. У меня нацеливается куда-нибудь, нет? А то я так и не понял. Давай, 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 давай. Давай, пошла, пошла. Стреляй в него. Да что ты? О, сбил. Эйвона надо сбить. Так, давай. О, все. Богдан убил. Это такая ирония, да, что Богдан убил Эйвона. Ну, если вторую часть вспомнить судного дня. Блин, как хорошо мы проходим. Ну, это же писец. Блин, я вот, прикиньте, я вот эту всю ограбу одним кадром снимаю, потому что мы не фейлили, мы вообще не фейлили. Просто затащили, просто по-царски, и все. У нас вообще не было ни одного фейла. С первого раза прошли. Вот команда на гении преступного мира какая должна быть. Ну, реально. Что там? Что он сказал? Франческо? Какая Франческо? Мне показалось. Изи. Я согласен с вами, ребят, что изи. Сейчас бы мне присесть еще нормально, а то я... блин, такое большое дело сделали. Для меня эта ограба была вот поперек горла, вот, писец.
Но теперь мы все прошли. Е-е-е, ребята, благодаря вам, только благодаря вам. Без вас я бы хрен бы что здесь прошел. Вот серьезно, вы же видели, я ломал не я, убивал основных людей не я. Я только так, ну, как-то поддерживал где-то сзади там и все. Потому что я здесь, конечно, так... Нифига, у него глаза горят. С таким управлением, конечно, мне тяжело здесь. Блин. Знали бы вы какое-то чувство облегчения сейчас у меня. Прям вот, знаете, гора с плеч упала. Нам остается только ограбу казино сделать и все. А это фигня. Это мелочи. Ну вот как раз после этого Лестер должен уйти на покой, но потом его вернет мисс, это как ее там, Чен. Ну, я не помню, как ее зовут. Представьте, я на своем 53-м уровне прошел все ограбления. И те, и эти. Осталось только казино пройти. Фу, сейчас посмотрим, что нам дадут. Нам же должны еще за первый раз как-то дать. Сценарий судного дня пройден. Спасение мира. Ну да, я бронза, что ж теперь. 1,5 миллиона было это. О, сценарий судного дня. Так, 825. Добавьте мне еще что-то. Ну, видите, по времени не успели, единственное. Но без смертей. Вот если бы по времени еще. 0 взломов провалено, смотрите-ка. А, попаданий в голову не хватает нам. Так, что? Докините мне что-нибудь. И все? И все? А, по порядку. Денежки. Лям 375 тысяч. Охренительно. Аж голова разболелась. Честное слово, переживал как только мог. Здорово. Ну что ж, ребят, завершили мы этот огромный этап в нашей, вообще, в нашей карьере. Это судный день. Это просто писец какой-то. Тут даже говорить не о чем. Можно только станцевать вот так вот и радоваться жизни. Ой, блин, это жопа, просто жопа, ребята. По-другому и сказать нельзя. Ну что ж, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите мнение в комментарии. Ну, затащили мы, конечно, круто. Всем пока, ребята, до новых встреч.